Перед нами ноутбук Lenovo G575, и изначально на нем нужно было переустановить операционную систему, так как она была серьезно повреждена вирусами и восстановлению уже не подлежала. Но сделать это у меня не удалось, так как компьютер постоянно перезагружается из-за перегрева процессора. Значит, необходимо обслуживать систему охлаждения. Также обнаружил еще одну неприятность. Когда открываешь крышку ноутбука, то здесь образуется щель. Получается, что цель ролика полностью обслужить ноутбук, как обычно, то есть обслужить систему охлаждения, почистить его полностью, также заменить операционную систему, установить все необходимые драйвера, программы и так далее. Ну и, естественно, показать, как разбирается данная модель ноутбука. Ну что же, давайте приступим. Берем отверточки различные, неодимовый магнит, и вот этими кривыми руками ломаем ноутбук. На самом деле, в первую очередь, снимаем аккумулятор, чтобы обесточить ноутбук. Сначала откручиваем крышку, которая крепится 1, 2, 3, 4, 5 винтами. Что здесь примечательно, эти винты не достаются, то есть они прикреплены к крышке. Выкрутили их, далее снимаем крышку. Еще что примечательно для данного ноутбука, его не нужно разбирать полностью, чтобы обслужить систему охлаждения. То есть мы сняли крышку, и вот наша система охлаждения. То есть мы можем ее раскрутить, обслужить и поставить на место. Тем самым не придется разбирать полностью ноутбук. Мы, конечно же, будем разбирать его полностью, но уже с другими целями. А обслужить систему охлаждения, еще раз повторюсь, мы можем прямо сейчас. Для тех, кто дальше не собирается разбирать ноутбук, здесь все просто. Значит, откручивайте 4 винта здесь, 1, 2 и 3 вот здесь. То есть, чтобы снять радиатор с вентилятором, а также трубку охлаждения с процессора. И потом просто достаете все это добро. Также не забудьте отключить шкейп от вентилятора. Для тех, кто собрался разбирать ноутбук полностью, идем далее. Значит, во-первых, избавляемся от дисковода. Вот здесь есть винтик. Вот для чего магнитик. Чтобы винты доставались вместе с отверткой. Далее по всему периметру раскручиваем винты на корпусе. То есть снаружи корпуса сначала 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Здесь 9, 10, 11. То есть 11 винтов все по корпусу раскручиваем. Также те винты, которые находятся под устройствами, то есть под дисководом 2 маленьких винта, 4 под аккумулятором, 1 под крышкой и еще один. А вот еще одна вещь из разряда лайфхуков, как открутить неподатливые винты. Пока откручивал винты, сделал для себя пару открытий. Во-первых, вентилятор в системе охлаждения был заклинен. Я немножечко его провернул, и он отклинен. По-моему, там мешается какая-то деталь. Возможно, она откуда-то попала из корпуса. Во-вторых, некоторых винтов здесь не хватало, а некоторые отломаны. То есть они вообще не выкручиваются, просто прокручиваются. Следующим действием откручиваем дисковод. Здесь он крепится на двух винтах, потом натягиваем его на себя и достаем. И также скрутим систему охлаждения, так как она прикручена к верхней крышке, и поэтому ее сейчас необходимо снять. Далее на очереди система охлаждения. Достаем сначала радиатор. Как видите, грязи полно. Неудивительно, что здесь он грелся, плюс был заклинен. Вот опять заклинил, кстати. Ладно, сейчас будем выяснять, что это. Так, далее снимаем радиатор с медной трубкой и достаем его. Как вы думаете, может ли греться из-за этого процесса? Даже если бы работал вентилятор. Я думаю, что воздух туда не поступает никак. Насчет термопасты, полностью высохшая, полностью. С такой термопастой процессор будет греться тоже. То есть здесь комплекс неприятностей. Полностью будем чистить, менять термопасту, смажем вентилятор, посмотрим, почему он клинит. Возможно, его придется заменить вообще. Также здесь очень уютно разместилось кладбище насекомых. Хоть бы улья здесь не было. Далее нам необходимо открутить винты клавиатуры. Один из них мы уже открутили. Здесь вот есть такой значок обозначения клавиатуры. Вот так же он выглядит. То есть откручиваем вот эти два винта, оставшиеся под жестким диском. Под системой охлаждения есть тоже винтик, здесь есть тоже обозначение клавиатуры. Также отключаем все возможные шлейфы, которые найдем. Раз, два. Далее переворачиваем ноутбук. Поддеваем клавиатуру по периметру. С боков, кстати, у нее тоже есть крепящие элементы. То есть сверху и сбоку. Поддеваем полностью. И достаем клавиатуру. Сразу отключаем шлейф.
и убираем ее в сторону. Следующим шагом подключаем здесь всевозможные шлейфы. Здесь их тоже немного. Два. Ну и все. Следующим шагом откручиваем винты. Значит, один под пломбой. Видимо, здесь даже еще не разбиралась ни разу. Винт под пломбой необходимо открутить. Ну и все, откручиваем один винтик. И затем будем снимать крышку. Кто как снимает крышку, кто стилусом, кто отверткой. Здесь она неплохо поднимается пальцами. Убедитесь наверняка, чтобы ничего его не держало, чтобы не поломать. Картина здесь открывается не из лучших. Во-первых, насчет крепления. Почему здесь поднималась крышка? Здесь отсутствовал винт. Конечно, можно было бы его из любого другого места прикрутить сюда, потому что здесь он будет важнее. Но также здесь еще есть дополнительные винты крепления, которые поломаны. И теперь здесь ничего не крепит. Можно попробовать заклеить эпоксидной смолой. С этой стороны получше, то есть здесь все крепления целые. Также здесь имеется коррозия. Кладбище насекомых продолжается. Ну и в целом все очень грязно, очень-очень грязно. Так что не зря мы сюда залезли, все это нужно чистить, все это нужно исправлять. Давайте снимем системную плату. Для этого откручиваем винты по периметру, большие. Раз, два, и в принципе все остальные уже выкручены. Далее снимаем шлейфы оставшиеся, шлейф от акустики. То есть здесь получается раз, два, три, четыре шлейфа. После того, как отключили 4 шлейфа и выкрутили 2 последних винта, системная плата должна достаться без проблем. Здесь все будет необходимо конкретно хорошо вычистить, потому что так оставлять нельзя. А вот отломанные крепления. В общем, на этом процесс разборки демонтажа ноутбука закончен. Собирать его необходимо абсолютно в обратной последовательности. Но все остальное, то, что я сейчас с ним сделаю, я покажу вкратце. Кстати, вот такое количество винтиков у нас вышло с данного ноутбука. Достаточно много, так что мы можем утвердить, что ноутбук собран крепко. Также еще вывалились крепления для винтиков. Их необходимо будет приклеить. Ноутбук я решил разобрать полностью на все составляющие, чтобы почистить все детали досконально. Здесь у меня двухкомпонентный клей, с помощью которого мы сейчас вот эти вот детальки, которые крепят крышку ноутбука, приклеим сломанные пазы. Есть еще пару вещей, которых мы сделаем для этого ноутбука. Обратите внимание, что здесь обнаружилась на контактах коррозия на VGA разъеме, также на USB разъемах коррозия. Ее мы сейчас постараемся устранить с помощью нейтрализатора ржавчины. Немножечко совсем нанесем на ржавчину, подождем некоторое время, потом почистим ее. Далее давайте разберемся с системой охлаждения. Во-первых, радиатор необходимо почистить. Хорошенечко его вычистить от всего того, что вы видите на своих экранах. Также очистить его от термопасты, так же как и на системной плате процессор. Полностью обезжирить. Затем нанесем новую термопасту и соберем все в обратной последовательности. А здесь нам тоже необходимо провести работу. А именно, открутить вот эти маленькие винтики, здесь их 4 штучки. Посмотреть, почему застревает вентилятор, возможно, смазать его, убрать причину застревания. Ну что ж, давайте вскроем вентилятор. Естественно, здесь грязь. Не вижу, чтобы что-то мешалось. Давайте его, может, снимем. Он должен быть разборным. Учтите, не все вентиляторы разборные. Возможно, этот не разборный. А вот и вывалилась причина застревания. Что это такое, сказать сложно. Скорее всего, кусочек от крышки ноутбука. Теперь он крутится вроде бы нормально. Сейчас почистим его и посмотрим, что еще с ним можно сделать. Нужно ли смазывать? Радиатор вычищен идеально. Если вдруг решите смазать данный вентилятор, просто отклеивайте эту наклейку аккуратненько. Здесь есть заглушка. Снимаете заглушку, добавляете туда силиконовые смазки
Итак, насчет нейтрализатора ржавчины. Сработал он неплохо. В принципе, ржавчины остался минимум и на USB-портах, и на VGA-разъеме. Совсем чуть-чуть осталось ржавчины. Полностью мы ее уже, конечно, не удалим. Главное, чтобы не было ее на контактах. Также еще один нюанс. На данной системной плате есть термопрокладка, которая прилегает к клавиатуре. Ее необходимо проверить. В моем случае она мягенькая, то есть еще пойдет. Ну и с другой стороны, обязательно не забыть почистить чип процессора от термопасты, чтобы нанести впоследствии новую. Итак, вот так выглядит ноутбук в разобранном виде. Здесь все досконально вычищено. Вот такая проделанная работа. Нам остается это все лишь собрать. Это я уже снимать не буду. Если вдруг вы что-то забыли, перемотайте назад. О результатах проделанной работы я расскажу чуть позже, когда установлю сюда операционную систему, все необходимые драйвера для всех устройств. Также сделаю резервную копию на всякий случай. В общем, полностью, конкретно обслужу данный ноутбук. Итак, ну что же, все собрано. Как наносить термопасту я не стал показывать, потому что на эту тему огромное количество роликов. Просто мажете слоем в 1 мм или даже меньше, прикручиваете радиатор на место, все устанавливаем на место. Нам останется только протестировать, что мы сейчас и сделаем. И как обещал, поделюсь результатами работы. Итак, вот ноутбук я уже запустил. Он работает нормально, вентилятор работает нормально. Ну что же, работа с данным ноутбуком окончена. Я надеюсь, помните, в каком состоянии он находился. Сейчас с ним все хорошо, система охлаждения обслужена. Также полностью конкретно почищен. Установлена операционная система Windows 7. Полностью установлены все необходимые драйверы для работы всех устройств. То есть для нормального функционирования каждого из устройств. Мыши, видеоадаптера, USB разъемов. Также я все-таки смазал вентилятор, хотя говорил, что не буду этого делать. Сделал резервную копию на случай, если вдруг что-то случится с операционной системой, мы могли ее восстановить в исходное состояние со всеми установленными программами и драйверами. Ну и, конечно же, обновил BIOS до последней версии. Мы заканчиваем работу с этим ноутбуком. Еще какое-то время в него лезть не придется. А так, это пример для каждого, как нельзя запускать ваш компьютер. Его необходимо обслуживать в какие-то определенные промежутки времени, хотя бы раз в полгода.